Всем привет! Сегодня я хочу снять видеообзор о гель-лаке Couture Color. Это номер 112, каучуковый гель-лак, производство США. Здесь объем идет 9 мл. И сейчас я покажу, какая у него консистенция, какой у него цвет. Это не первый гель-лак Couture мой. И я очень люблю эти гель-лаки. Такой вот красивый цвет. И сейчас мы будем наносить на чипсы. И вот так вот он выглядит в один слой. Он хорошо самовыравнивается, то есть кажется слегка, что он полосит, но вот буквально пару секундочек, и он выровняется. И отправлю его в LED-лампу на 30 секунд. Итак, время прошло. Он у нас подсох. И сейчас мы покроем его матовым топом. Буду покрывать его матовым топом Edlen. Дружит он с разными базами и топами. И посмотрим, как он будет выглядеть под матовым топом. И отправляю лампу на минуточку. Время прошло. Вот так вот он выглядит под матовым топом. И вот так вот в классическом варианте. В один слой, очень плотный оттеночек, в два слоя нет необходимости покрывать. Экономия времени. И вот такой красивый, яркий розовый цвет. Сейчас вот лето, буквально там через пару неделек, будет просто бомбезный цвет на ногтиках. Рекомендую вам попробовать этот цвет. Надеюсь, мое видео помогло вам определиться с цветом. Вы видели его консистенцию, как он наносится. Эти гель-лаки действительно крутые. Я всем их советую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.